Видео может содержать ненормативную лексику, сцены насилия, поэтому это видео не рекомендуется смотреть никому. Всех приветствую, продолжая проходить True Stalker. Так, вспомнить бы самому, что тут давненько не заходил. Это команда Сурового, да? И здесь они мне подарков понасовали. И даже какой-то ключ от какого-то... А, нет, это не он уже дал. Короче, мне подогнали мамины бусы. Штурмовой бронекостюм, винторез. Из этого я, наверное, оставлю винторез. Так, подожди, а мне что? А мне вообще куда? Что за задание? Повелитель монстров, отнести документы в научный, все вспомнил. Научный комплекс на агропроме. А сюда я... Тихо. Ведь я уже играть разучился. Пока не писал в Escape from Tarkov, играл там. Приболел немножко, поэтому сидел, что-то как-то настроения не было вообще. И что-то вот даже с управлением путаю. Так, здесь пройду. Так, тут вообще, короче... А, нет, смотри, что. Сюда, на агропром мы немножечко пойдем позже. Здесь два задания. То есть игра с огнем, убить огненных полтергейстов, тайник Бухова, точно. Так, давай-ка... Ух ты, сталкер сидит. В личный ящик сейчас скину броню. Чё, мне не надо, короче, туда закину. Проходи, не задерживайся. Блин. Я как будто месяц не играл. Еще разок помянем. Хороший был старт. Так, вот ящик, давай-ка скину сюда. И еще на свалке я заказал экзач. Экзоскелет. Так что костюм, по-моему, вот эти не пригодятся, да? Если только в этом моде нельзя экзоскелет надевать на костюм. Есть такие моды, да. Так, что тут еще? Золотая рыбка плюс 15 килограмм, неплохой артефакт. Мамины бусы, пусть пока в ящике лежат. Не надо пока такого. Так, тут что? ВСС. Патроны тоже есть к нему. Ну, вроде все. Да? Все остальное возьму. Все, что лишнее выкину. Ну и все, давай-ка. Давай-ка посмотрим, что там за огненный полтергей и тайник Бухова. Так, кстати, ВСС, что? Ну, как обычно, без прицела. Ну, это не беда. Мы сейчас прицел снимем с калаша. Он же должен? Да, должен. Ой-ой. Ну... Зума нету. Ну, в принципе, для снайперки норм. Огненные полтергейсты. Откуда они на территории долго? Здесь я вообще не был в этих краях. У меня здесь вопросик даже стоит. Вот. Кстати, переход куда? О, на агропром. Если чё, свалю на агропром отсюда. Да, сука, летаю, да? Где мой подствол? Правда, один остался, вок. Мимо. Два. Три. Все. Слушай, неплохо прокачан этот калаш. А, хорош, тут и парни-то лежат. Ну да, он же говорил, друзей ж... Заказчик. Мне, говорит, друзей здесь полтергейсты сожгли. Ну, только патроны. Больше и жесть они. В крови-то что все?
Так, и вот в эти... И вот в этом ангаре тайник Бухова. Говорит, что там артефакты вроде как. Много артов. Фонарик, пожалуйста. Фонарик у меня, как всегда, севший. Я что-то батареек не вижу. Слушай, а я же должен был купить на свалке в прошлой серии. Сука, нету. Так, а чё, где тайничок-то? Так, и где ж оно может быть? Саня Собутыльник рассказал о тайнике Бухова, который, по его словам, полон водки и редких артефактов. Стоит попытать удачу и проверить место, о котором он говорит. А, да ну. И... Ай! Ёп! Ой, сука, который раз, а? Только не говорите, что обчистили. Вроде бы нет бабки, 12. Тайник Бухова, узнать, что произошло. Так, в тайнике все так же, ни хрена. Фонарик, все. Ёп. А, Собутыльник сам. А там кто? Так, это вот, который чувак, у которого я задание взял. Какой я тебе, братан? Что это было вообще? А, я все расскажу, только пообещай, что поможешь. Не могу ничего обещать. У тебя все равно нет выбора. А, ну тогда ладно. Тогда ладно. Я со своим другом по кличке Серп кидаем людей. Я рассказывал истории разные и говорил про секретный тайник. Сталкерам было интересно, и они шли проверять потенциальное место с хабаром. А на месте их вырубал Серп и полностью обчищал. То есть вы обчищали людей в баре, и вас все еще никто не поймал? Мы в баре первый раз, до этого в Темной долине на свалке на агропроме сталкеров обманывали. Почему твой друг мертв? Мы немного поссорились, он меня ранил. Немного. Мы немного поссорились, он меня ранил. А ты его убил. Вот это немного, блядь. А как же тогда много? Он меня ранил, хотел забрать себе все, что мы украли у тебя, и кинул меня тут. Но я выстрелил в него и убил. Повезло тебе с другом. Как же больно. Слушай, дай аптечку, пожалуйста. Я тебе потом все... Я тебе потом еще скажу, где я артефакт спрятал, медузу. Я подумаю. Решить судьбу Сани Собутынь. А нахер мне медуза-то вообще? Серп. Вот тебе аптечка. Продолжишь кидать сталкеров, дальше окажешься в яме с пулей в башке. Спасибо, спасибо, сталкер. Так, отметь тайник Собутыльника в бар. Отметил тебе, где медузу спрятал. Больше никогда к этому не вернусь. Сейчас передохну маленько только. Проваливай уже. Срыгнул. Так. Ну и все. В баре забрать надо будет... Тихо. Задание, что убил полтергейстов. Ну, я думаю, потом. Так что давай в этот. На агропром. Да? А чё, нет? Да? Где я выйду через этот проход? Да ёп! Что происходит? Чё меня по тыкве-то все бьют? Только что я еще, блядь, оклематься не успел. Ты посмотри, что реально. Ну, здравствуй, топорик. А мы тебя ждали, брат. Думал, все, спер кейс и можешь смело рассекать по зоне. Думал, что, с рук сойдет. Короче, убивать мы тебя не будем.
Просто заберем то, что нам причитается за кейс. И еще. Мы тут подумали. Достанешь нам ствол в подземке, отпустим. А не достанешь, все, топорище вырвем. В подземку кинули? Короче, кто не понял, Мортик — это лидер диггеров, у которых я обчистил сейф. Значит так, мы тут недавно в подземке видели труп в киселе. Даже трупом его не назвать, одни кости остались. А ствол рядом целехенький лежит. Достанешь оружие, отпустим и гуляй на все четыре стороны. Если попытаешься свалить или вернуться без ствола, пришибем. Если сам сдохнешь в подземке, возражать не будем. Все понял? Может, хоть мое оружие отдадите? Ага, репа не треснет. Как спустишься, скинем тебе ружье и коробку патронов. Да ты не ссы, там безопасно. Хрен с вами. В плену найти оружие трупа в киселе. Фонарик. Сука, у меня нету, прикинь, блядь. А, слушай, у меня есть этот. В смысле? Тоже батарейка на это влияет? Так, а, патроны же они мне скинули. Даже детектор. Мне кажется, да, с какой стороны бы я ни зашел, если бы даже через свалку прошел, то они меня все равно грохнули бы. Ну, задержали бы. Блять, как я тут без света-то? Так, кисель вижу, труп. Эй! А кто это? Бандит! Но он не агрится. А, нет, не агрится. В смысле? Я чё тут... Так, еще сейчас на этих, короче, буду работать. Блять, вот это... Вот это меня носит. Слышь, закурить не найдется. Не курю, тебе не советую. Да ладно. Ты че, фраер, не понял? Скидай хабар, ты попал. Твою мать. А это глюк был? Интересно. Жесть. Но развалился. Забауси нашу. Так, аптека. Суки, все забрали вообще. Хорош. Воу-воу-воу-воу-воу! А чё так много-то? Сука, ешь. Съел. Куда-нибудь залезь повыше. Да в чем фишка, их и не видно, где они? Вот они. А вот труп какой-то лежит. Хм. Чё, ни одного арта в таком киселе? Нет, это...
Давай, сука. Один. 1-0. Уебать, я ж напугался. Эй! Ну чё? Вон труп ещё. Бежит. Сука! Так, еще один. Угу. Походу, правительству. ПДАС... Стервятника. ПДА стервятника попросишь. Ладно, давай. Отмычка, вот же скотина. Засуетился и толкнул меня прямо в кисель. Паникер херов. И сам скинул. И я себе все ноги обжег. А все это чертов артефакт. Знал бы, что придется так рисковать, и хрен бы полез в эту аномалию. Теперь вся надежда на Реда. Он должен быть неподалеку. Обещал помочь. Как же больно-то, сука. Жадность стервятника сгубил. Найти артефакт в киселе. Я знаешь, что вижу? Я вижу Велос. Да? Да, прикинь. Я думаю, текстурка какая-то. Это даже не Велос, это Сварог. Ты бы, смотри, сразу арт нашел. Вот так-то надо. Найти артефакт в киселе. И что за арт? Дацит. Ну, честно, и такой себе. По свойствам. Ну ладно. Дареному, как говорится. Коню. Так, все что ли? А как это? Выйти-то? Отдать оружие. Че за СВД-то такая? Че, пойти там попробовать вылезти? Где закинули? Я вот не знаю, сюда надо, нет? Туда дальше идти. А, один вот он, что, в киселе сдох, что ли? Добегался, придурок. А я все очкую, думаю, где-то третий кровосос же был. А, вот тут еще. Вон как. Да. Ну что, Алеша принес? Принес. Подавитесь. Что, потрепала аномалия? Мы в расчете. Давайте мне мое снаряжение, и я пойду, как и договаривались.
Вали, придурок, и чтобы на глаза нам больше не попадался, козу. Все, можешь проваливать. А, мое отдали. Круто. Сука, я двигаться только не могу. Так, потому что вот это говно нахер. Вот это тоже разбитое дерьмо нахер. Так, ну и чё я? Так, это велос. Сварог, все лучше же, правильно? Правильно. Всегда так было. Так, это хорошо. Я же так и не посмотрел, чё, кого, да куда мне. Угу. А, вот, сюда, понял. Меня сюда не пускали, я как-то пробовал пройти. Вояки там полные... НИИ, полное здание. Вот тут, говорит, пропуск какой-то надо. Возможно, моя записка и будет пропуск. Давай, короче, знаешь что? Я пройду сюда вот, сюда. Меня, походу, вот здесь взяли, да, в бар? Да. Здесь посмотрю, здесь возьму тайник, вернусь сюда, посмотрю, здесь возьму, здесь возьму, здесь возьму. Короче, вот так. Так. Так, что это у нас? Хорош. Так, киса, иди нахуй. Так, где тайник-то? Йо, там их. Да. Тихо, тихо, тихо. О, не зря шел, смотри. Кровь камня. Слизь. Два арта. Тут вагончик какой-то. Ну, блядь, ящик просто нормально. Ух ты, ё! Собачки. Так. Это какого? Это жутко смотрит. А чё он? Где? Как он там? Ты посмотри, он как будто как бы живой. Нет? Это баг или так? Так и должно быть. Не, мне кажется, это не баг. Ржавое озеро. Ага. Что такое красное на этом свароге? Я вот не пойму. Это и есть арт, наверное. Ёбаный стыд. Где у меня химзащита? Братан. Опа, зомби.
Да ты чё так плотно-то, а? Арт забрал какой-то. Ага. Морской ёж. Так, давай-ка вот его и напялю я. Вместо вот этого. Перевес, сука. Где ты еще красную точку видел? Можешь его как-то сбить оттуда? Не, не помогает. Забава. О, а эти зомби, а, я думал, гражданские там. Так, ладно, хрен с ними. Слева и справа еще арт. Что-то не вижу. Не показалось? Нет. Нахрен. Все, давай с этого болото. Опа, подожди, а тут у нас что? Тут у нас нихера. Ну прикольно, слушай, да. Это жутко смотрится. Вечереет, да, уже вечереет, короче. Тихо. Тихо, тихо. Тут, короче, и арт, смотрю, да, красненький, летает. Ух. И прям внутри где-то. Тайник. А он не наверху? Лунный свет. Подожди, нет, лунный свет же был. А что я только что подобрал-то тогда? Лунный свет был, я же его таскал как для выносливости. А во, кристалл. Херня. Перегруз. Ты чё хрен? А чё, а? Не пока. Не, где-то, сука, в кустах по-любому. Блять, вот же затарило. Блять, здесь не вижу. Вот он, говоришь, наверху. Гравий плюс 10 килограмм. Неплохо такой.
Но нужны... Нужно... Нужно больше... Где он у меня? Каменных цветков, то есть... Ну, или какой-нибудь, который радиацию выводит нормально. Какой-нибудь один. Пока вот этот... Единственный артефакт, который более-менее выводит. Медуза минус один, короче. Вообще не... Невыгодно тоже их таскать, но... А, еще... Еще один. Ой. Напугал. Это тайник? Нахер. Ну нахер. Так, вот здесь могу пройти? О, техник тут. Ты посмотри. Так, сержант Мухамедов. Стоит служебный вход. Если хочешь попасть на территорию, иди через главный ход. Если нет пропуска, тебе ничего не светит. Понятно? Ау. А, блять. Зачем это делать? Я бы сам направился бы. Так, ну у меня же пропуска-то нету. У меня есть вот это вот. Записки Гамзата, возможно, помогут. А, стоять. Без пропуска проход закрыт. Мне нужен Дубинин. Он обещал мне работу, когда я встретил его в Темной долине. А, точно, да. Это же чувак, у которого я дурь типа брал. А, еще один новобранец, понял, понял. Но без пропуска в комплекс нельзя. Я ему сообщу, что ты здесь. Если посчитает нужным, то выйдет. А пока вали отсюда. Не мельтеши, понял. И? Ну? Ну, у меня, я вижу, ждали какого-то, что не пускает, окунь. Да, без пропуска сюда никак, а у тебя, вижу, он есть. Имеется, работаю с учеными, когда есть такое желание. И как? Да как, нормально. Задания, конечно, не всегда адекватно оплачиваются, но, ну, так я и не особо надрываюсь. То дешевые арты таскаю, то копыта приношу с пропуском, и вояки не трогают особо, что тоже замечательно. Как получить такой же пропуск? Да уж, это вообще сложно. Сначала придется тебе выкинуть детекторы и болты. Чего? Потом прошмыгнуть между парой мясорубок. И тогда... Г-г-г-г, ты бы видел себя. Да шучу я. Шутник, сука. Я свой в баре у пьяного наушника выторговал. Навешал ему лапши, сказал, что видел на ростке красный ломоть мясо. Но брать не стал, мол, аномалий там много. Он умолял меня к нему отвезти, обещал пропуск научной аптечки, детекторы всякие за пропуск, согласился. Отвел? Ну, отвел. Не было там никакого красного ломать мяса, естественно. Сказал, ну, извиняй, наверное, бандиты уперли. Они как раз тут привал недалеко устраивали. Он расстроился, а я получил пропуск. И теперь могу проходить в комплекс и таскать им побрякушки. В здание, конечно, не пускает, но к спецу по работе с вольными сталкерами захожу частенько. Так что ищи такого же знакомого, кого попало сюда, не пропускают. Спасибо за информацию. Ну, Дубинин сказал же. Молодой человек, я слышал, вы меня искали. Я буду со своим отрядом неподалеку от комплекса. Подходите, пообщаемся. Окей. Так, мне знаешь, что надо? Вот эту нахуй. Ходить не могу. Так. Я только что там был. Вы чё? Ещё тут. Смотри, чё это. Тайников-то насыпал. Насыпала игра. Так, я перекусить бы мне.
Сейчас что-нибудь надо будет, как всегда, да? Вы что, дураки, что ли, вы на мале стоите? Ух ты, нифига, кабан. Слушаю, сталкер. Так, а к тебе, ты? Да, Дубинин. О, старый знакомый, здравствуйте, какими судьбами тут решили таки принять мое предложение о сотрудничестве? Об этом потом, я от Гамзата со свалки, он просил передать вот эти бумаги. О, так быстро, он хорошо справляется, думаю, вы уже осведомлены о нашем деле, раз он поручил доставить документы. И вы же понимаете, что об этом лучше никому не трепаться. Да, конечно, понимаю. Почему профессор Гамзатов, почему профессор Гамзатов не предупредил, что пошлет вас отнести исследование? Боюсь, у меня плохие новости, он мертв. Как это случилось? Мы проверяли его теорию об усыплении мутантов с помощью трансмутированного артефакта. И все работало, пока сам артефакт буквально не растворился в моих руках. Надо же, это очень плохая для всех нас новость. Он был действительно ценным сотрудником и просто хорошим приятелем. Трудно поверить, что все так вышло. Теперь все исследования в этом направлении под большой угрозой. Никто так хорошо не разбирался в этом вопросе, как Гамзатов. Очень надеюсь, что в этих документах будут полезные сведения, и его смерть не окажется напрасной. Да, мне тоже его очень жаль. Хороший был мужик и сталкерам помогал в лазарете на свалке. Интересно, как они теперь без медика? Знаете, я могу вам с этим помочь. Думаю, сталкеры будут вам благодарны, если вы приведете им нового медика. Каким образом? У нас недавно выгнали с комплекса одного ботаника. Он, может, и разгильдяй, но в медицине разбирается. По крайней мере, дырку от кабаньих клыков залатать может. Но есть одна проблема. Какая? Да запил он. Как уволили, так и все свои расчеты спустил на выпивку. Спал под забором комплекса, клялся, клянчил взять его обратно, буянил, пока его наша охрана не вышвырнула подальше. Жаль его, печень же так откажет через неделю-другую. Поговорили бы вы с ним. Нас, бывших коллег, он слушать не станет. А вы вроде человек со стороны. Может, сможете убедить его взяться за ум и пойти к сталкерам на базу, как в свое время Гамзат сделал. Да, медик – это дело нужное. Сам недавно плечо повредил, и если бы не врач, хана бы стала. Пожалуй, стоит попробовать. Как его зовут и где мне его вообще искать? Александр Киреев. А где он, я не знаю. В последний раз видели где-то на юго-западе. Ищите там. Хорошо, попробую. Так, найти Александра. Пьяный медик. Я пока попробую изучить записи Гамзатова. Вы один из многих, кто знает про наши исследования. И надеюсь, мы сможем сотрудничать дальше по этому вопросу. Я могу на вас рассчитывать. Не бесплатно, разумеется. Думаю, да. Хорошо, тогда я с вами свяжусь, как появятся результаты. До встречи. Чувак, а ты мне чё, пропуск, блядь, не дал? Ты кто? Так, и чё, где? Ух ты, ни хрена себе, где он? Ну, давай, чё? Чё это? А, хорош, свет включают, прикинь, сука, напугал. Ох, ни хрена, а что тут такое-то вообще? И что там такое? Хорош. Бутылки, кабаны. Он что, с кабанами бухал, что ли, этот пьяный научник? Давай-ка вот сюда разведаю. Опа, арт летает. Бубничает.
16 косарей стоит. Так, чё ты тут вообще забыл? Они мертвые, мертвые. Это а ты их что ли, блядь? Так, ладно, сохранюсь и продолжим, ребят, в следующей серии. Эту пора заканчивать. Если смотришь, если все нравится, ребят, обязательно оставляй лайк, пиши какой-нибудь комментарий. Всем пока, всем добра.